Среднегодовой экономический рост 8,9%. Таких результатов добился Китай за последние 45 лет. В тот же период глобальная экономика расширялась только на 3% в год. Об этом говорится в отчете Госстата КНР ко дню образования республики. С 1979 года среднегодовой вклад страны в рост мировой экономики достиг почти 25%. По этому показателю КНР заняла первое место на планете. Национальный рынок прошел огромный путь развития. В 1952 году китайский ВВП составлял 30 миллиардов долларов, в 1978 уже 150 миллиардов. А в прошлом году валовой внутренний продукт достиг почти 18 триллионов долларов. Это около 17% ВВП всего мира. Внешний товарооборот также рос быстрыми темпами. Сегодня он уже составляет 12,5% от общемирового показателя – 6 триллионов долларов. Тогда как в 1950-м его объем был всего 1 миллиард 100 миллионов долларов.